Лето для жителей Казахстана началось с новостей об опасном вирусе. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 58 случаев заражения менингитом. Алматинская область занимает первую строчку. Туда прибыл министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он заявил, что в связи со вспышкой инфекции все санитарные нормы и правила в больницах будут пересмотрены. Также главный врач страны поблагодарил коллег, которые все эти дни работают, не покладая рук. Кроме того, Биртанов пообещал, что дальнейшие действия будут направлены на оптимизацию работ больниц. В соответствии с новым нормативом сети и стандартом оказания скорой медицинской помощи, мы постановили, что помощь инфекционным больным может оказываться и должна оказываться в многопрофильных больницах. Это не значит, что нужно закрыть инфекционные больницы. Это значит, что в тех случаях, когда их нет, особенно вот районных больниц касается, их нужно там создавать и открывать. Понятно, есть особые больные, тяжелые больные, и затем уже специализированные уже койки госпитализируют. Министр здравоохранения призвал жителей южной столицы избегать скопления людей и проводить больше времени на улице.